Добрый день, уважаемые любители футбола. Под звуки бессмертного футбольного марша выходят на поле Академии футбольного клуба «Спартака» команды 2000 года рождения, московского «Спартака» и футбольного клуба «Строгино». Буквально недавно, минут 10-20 назад, состоялся матч этих же команд 2001 года рождения, в которых московские красно-белые обыграли клуб «Строгино» 2001 года рождения со счетом 2-1. На полях Бразилии бушует чемпионат мира по футболу, а у нас не менее интересный клубный футбольный день. Сегодня очень много матчей проходит. И вот сейчас, в частности, представляем вашему вниманию трансляцию с матча 2000 года рождения. Напоминаю, «Спартак», футбольный клуб «Строгино». Переходим к составам команды. Московский «Спартак», голкипер, первый номер, Поплевченков Артем. Защита. Номер 3. Ильин Егор. Номер 4. Макбалиев Турган. Номер 25. Алиев Артем. Номер 19. Волков Антон. Полузащита. 23 номер. Митрога Дмитрий. 18. Тюрин Влад. Номер 14. Пушкин Никита. 31. Водянов Егор. Номер 9. Прошляков Данила. И 11 номер, Сазонов Максим. Футбольный клуб «Строгино». Голкипер номер 1. Решебняк Никита. Номер 14. Защита. Суворов Иван. Номер 3. Муханин Дмитрий. Номер 5. Ярошенко Николай. Номер 9. Морев Евгений. Это была защита. Полузащита. 8 номер. Лаптев Глеб. Номер 4. Радкевич Артем. 23. Янов Данила. И 25. Маринин Илья. Нападение. 6 номер Кулов Хитак и 10 Золотарев Ефим. Команды начинают с центра поля. Вернее, начинать будет московский «Спартак». Сейчас надо дождаться свистка главного судьи. Главный судья сегодня Лопатухин Алексей. Ему помогают на бровках Смирнов Дмитрий и Горьков Артем. Делегат матча Сафонов Александр. Также я забыл отметить, что тренерами команд, главными тренерами команд «Спартака» является Владимир Зотов, а футбольного клуба «Строгино» – Геннадий Скляр. Ваш комментатор сегодня – Гаязов Арсен. Матч начался. Сразу быстрый заброс вперед на правый фланг. Мяч сейчас на правом фланге. Недолго задержался. Передача центральному защитнику 25 номера Артему Алиеву Артему. И тот пытался быстрой разряжающей передачей на фланг на левый начать атаку «Спартака». Быстро сбросили аут футболист красно-белых футболках. И очень широко начинает этот матч московский футболист московского «Спартака». Пока пытается атаковать через правый фланг. Борьба в центре. Рядом с штрафной гостей, попытка навеса и борьба сейчас у лицевой стороны поля. Первый угловой матч будет подавать с левого углового флажка 23 номер Митрога Дима. Разыграли футболисты. Сейчас последует навес в штрафную площадь, но защитники «Строгино» выносит мяч в середину поля. Мяч пока находится очень часто вверху. Сейчас футболисты «Строгино» попытались выйти в атаку. И ребята в красно-белых формах очень уверенно пока защитились. Не позволили начаться быстрой контратаки. Снова пока идет небольшая сумбурная игра такая. В центре поля мяч очень долго задерживается. Но сейчас вот попытка «Строгино» выйти в атаку по левому флангу. Но очень здорово прерывает эту попытку 31 номер Водянов Егор. И сейчас
Мяч снова в центре поля. Перевод на левый фланг. Сафонов Максим. Лучший бомбардир московского «Спартака» 2000 года рождения. Попытался прорваться по левому флангу. Еще один угловой. «Спартак» начинает поддавливать в начале встречи. Вот уже на третьей минуте будут «спартаковцы» разыгрывать второй угловой. Все с того же, с левого фланга. На этот раз «спартаковцы» решили не разыгрывать, а подать мяч. Но защитники «Строгино» вынесли мяч. Снова попытка контратаки. Но спартаковские футболисты вновь нейтрализовали попытку быстрой атаки футболистов «Строгино». И сейчас без паузы разыгрывается штрафной. Попытка перевести мяч на правый фланг не получилось. Очень уверенно в защите играет капитан команды Лин Егор. Мяч пока все чаще бывает на половине поля гостей. Попытка длинного выноса мяча. Но спартаковцы перехватывают эту длинную передачу. И сейчас снова попытка атаки через левый фланг. Немножко успокоились футболисты «Спартака». Разыгрывают мяч. Очень широко играют, напоминаю еще раз, красно-белые. Сейчас на дриблинге попытался пройти по правому флангу футболист красно-белых. И еще очередная попытка футболистов «Строгино» выйти в быструю контратаку через левый фланг. И судья свистит нарушение правил. Четвертый номер. Макбалиев Тургай сейчас нарушил правила. И футболисты «Строгино» будут разыгрывать штрафной удар недалеко от штрафной площади «Спартака». Пятая минута встречи идет. Напоминаю, сегодня встречается московский «Спартак» и футбольный клуб «Строгино» в рамках клубного первенства Москвы 8-го тура. И счет 0-0. Сейчас в атаке футболисты «Строгино» пытаются за счет короткого паса разыграть мяч, но спартаковцы нейтрализуют эту попытку. И сейчас могла бы получиться очень неплохая контратака в исполнении красно-белых. И снова попытка спартаковцев атаковать левым флангом. Заброс на Сазонова Максима. И судья фиксирует положение вне игры. Располагаются футболисты «Спартака» для того, чтобы не упустить футболистов нападающих гостей. И очень уверенно за счет паса назад вратарю и выноса, собственно, вратарем Поплеченко Артемом мяч выносится в центр поля. Разыгрывают спартаковцы мяч пока на своей половине поля. Но нападающие активно пытаются открыться. Конечно, необходимо использовать центр поля, короткие забегания, короткие стеночки и забегания фирменные спартаковские. Вот одна из них. Атака по флангу и попытка прострела не удалась. Сейчас очередной будет угловой, третий уже, и снова с левого фланга. Пока проседает футбольный клуб «Строгино» и защита, в частности, этого клуба именно с этого фланга. Ну, для защиты «Строгино» это правый фланг. Снова подача. Нет, розыгрыш. На этот раз по очереди, видимо, решили чередовать розыгрыши и подачи спартаковцы. И мяч выносится в аут. Будут разыгрывать ребята в желтой форме. Напоминаем, что недавно ребята вот этого созыва 2000 года, красно-белые спартаковцы, вернулись с первенства России, в котором заняли третье почетное бронзовое
бронзовые медали, а также лучшим голкипером этого первенства был признан наш голкипер Артем Поплевченков. Поздравляем Артема с этим почетным, с этой почетной наградой. И еще один угловой, уже четвертый. Напоминаю, идет 8-я минута встречи. Четвертый угловой с левого фланга. На этот раз будет подача, да. Мы уже пришли к мнению, что футболисты «Спартака» именно чередуют подачи и розыгрыши угловых. Сейчас была подача, вновь на ближнюю штангу. И футболисты «Спартака» пока ничего не могут из этих угловых извлечь. Но еще играть и играть. «Спартак» очень уверенно контролирует мяч. Центр поля за футболистами в красно-белых футболках. А футболисты «Строгино» пытаются найти счастье именно в контратаках. Пока мяч на половине поля «Спартака». Пытаются разыграть в районе центра поля «Спартаковцы». Перевод дальний на левый фланг обороны. Вот сейчас открывание. Пас в касание на левый фланг. И нарушение правил фиксирует арбитр. На 18 номере Тюрине Влади было нарушено правило. Перевод на правый фланг. Мяч по очереди то на правом, то на левом фланге оказывается. Сейчас футболисты пытаются разыграть такие небольшие короткие треугольнички, спартаковские, я бы сказал. Касание, в два касания. И снова перевод на левый фланг. Очень здорово, очень широко пытается растянуть оборону футболистов в желтых футболках. Ребята из Академии «Спартака». И очень ранний прессинг начинается аж в районе чужой штрафной. Сейчас вот он вновь удался. Перехват на чужой половине поля добавляет, конечно же, уверенности в себе. И вот так вот, да, перепас через центр поля. С помощью даже центральных защитников. Не сколько центральных полузащитников, а центральных именно защитников. Вот четвертый номер очень активный. Макбалиев Тургай. И спартаковцы растягивают оборону «Строгино». Но вот сейчас необходимо вернуться на свою половину поля, потому что «Строгино» проводит редкую контратаку. Но очень уверенно футболисты «Спартака» обороняются. Сейчас может получиться опасная атака. Очень быстрый выход «Спартака» может получиться. С мячом Сазонов Максим пытался пройти по левому флангу, по своему любимому. И пятый уже пятый угловой московских спартаковцев. 11-я минута встречи идет. Счет 0-0, напоминаю, для тех, кто недавно только подключился к нашей трансляции. Счет 0-0. Очень уверенно, очень здорово контролирует мяч на чужой половине поля московские спартаковцы. За счет флангов, за счет быстрых прорывов, за счет прессинга на чужой половине поля пытаются. Очень опасный сейчас навес был и удар спартаковцев. Вот то, о чем я говорю, да, попытка растянуть оборону. Вот эти постоянные передачи во фланг. Защитники в желтых футболках, защитники футбольного клуба «Строгино» мешкаются, путаются за счет этих быстрых передвижений, быстрых передач. И у спартаковцев появилась первая реальная возможность забить. Ну, пока это не удалось. А очень активный на левом фланге Максим Сазонов вновь играет такого не девятого номера, а флангового форварда скорее. Вот он сейчас сместился ближе к полузащитной линии. И очень активно себя проявляет, напоминаю. С мячом 23-й номер. Митрога Дмитрий. Очень длинный перевод вновь на левый фланг. На все того же Максима Сазонова. С мячом уже 9-й номер. Пришляков Данила.
Вот это уж действительно центр-форвард. Высокий. Играет практически в районе полукруга штрафной площади с мячом. Вот сейчас как раз он и был. И попытался прокинуть себе мяч на ход, чтобы затем выйти на ударную позицию. Но это не получилось. Защитники Строгино не позволили сделать это футболисту. И сейчас мяч вновь у команды футбольного клуба «Спартака». Да, по-моему, футболистам Строгино очень даже устраивает их роль второго номера, тогда как «Спартак», естественно, играет лишь только первым номером, очень много контролирует мяч, по проценту соотношения, я думаю, в районе 60-65, сейчас вновь попытка острой контратаки, да, если футболисты Строгино атакуют, то это в основном через левый фланг. За счет быстрых контратак. С мячом Сазанов Максим. Забегание делает 19-й номер. Волков Антон. Попытка сыграть стеночку с 9-м номером. С Данилой Прошляковым. Но попытка эта не удалась. И сейчас нарушение правил фиксирует арбитр. И не торопясь, футболисты гостей попытаются забросить мяч вперед на своих высоких нападающих. Нет, это был не заброс, это был быстрый розыгрыш мяча через правого защитника. И уже в центре поля мяч. Ну, очень здорово на опережение играет Пушкин Никита. И уже нарушение правил в пользу наших футболистов, футболистов московского «Спартака». Уверен, будет розыгрыш, так и есть, никаких длинных забросов. Это не по-спартаковски. Вот это по-спартаковски. Перевод снова на правый фланг. Попытка дриблинга. Удачная попытка. Мяч в центре. И можно пробить. Можно пробить. Нет, не удается выйти на ударную позицию спартаковцам. Мяч на левом фланге. Вновь попытка уже через левый фланг завершить эту атаку. Не удается. И вновь длинный перевод футболистов Строгино. Такое ощущение, что весь центр поля, это не ощущение, это так и есть, весь центр поля полностью под контролем московских спартаковцев, и ничего не остается, как вот такими именно дальними забросами футболистам Строгино атаковать ворота Спартака. Но еще ни одного удара в створ ворот не было у гостей. Тогда как спартаковцы отметились опасной атакой. Совершающим ударом Прошлякова Данила, номер 9. 16-я минута встречи идет. Напоминаем, играют сегодня московские спартаковцы и футбольный клуб Строгино 2000 года рождения. Счет 0-0. Но «Спартак» очень здорово пока ведет эту игру. Но можно было бы уже забивать. Я думаю, в конце концов, вот эти вот атаки, фланговые атаки, приведут к забитому мячу. По крайней мере, к этому дело идет. Мяч вновь в центре поля. Все так же широко играет «Спартак». Пытается широко играть. И это здорово получается у футболистов в красно-белой форме. Сейчас была опасная игра, я считаю, но судья стычка небольшая между 4-м и 10-м номером. Это наш Макбалиев Тургай вместе с Золотаревым и Ефимом. Золотарев и Ефим — это нападающий Строгино. Столкнулись, небольшая стычка, и желтую карточку получает Егор Макбалиев Тургай на 17-й минуте встречи. Налез в штрафную площадь красно-белых, но спартаковцы ликвидируют угрозу и возможность быстрой контратаки. Вперед тащит мяч Тюрин Влад, номер 18-й, здорово финтит, и сейчас нужно сделать по-хорошему бы диагональ, но
увереннее, надежнее играет. Спартаковцы назад. И сейчас вновь розыгрыш в центре поля. Мяч на левом фланге. Номер 11 сезона. Максима. И вновь попытка перевода на правый фланг. К сожалению, мяч уходит в аут. Разыгрывают футболисты в желтой форме. Сбрасывают, вернее, аут. Ну, мяч отбирают у спартаковцев футболисты Трагино. Атака левым флангом. Должны уверенно ликвидировать эту угрозу. Тем не менее, футболистам Трагино удается прокинуть мяч вдоль линии вратарской. И очень опасный момент у ворот Поплавченкова. Поплевченкова Артема, прошу прощения. Быстрый розыгрыш на своей половине поля. Спартаковцев. Сейчас нужен длинный вынос. Так и следует. И борьба уже на чужой половине поля. Удачная борьба. Московские спартаковцы могут сейчас извлечь выгоду из этого, из этой атаки, но не получается. К сожалению, вратарь выносит мяч далеко к центру поля. Там вновь борьба. И вот такие, да, очередные попытки заброса, попытки выйти на ударную позицию за счет вот таких средних и длинных передач. Попытки пока не увенчаются, не увенчиваются успехом. А спартаковцы тем временем атакуют своим излюбленным левым флангом. Навес идет в штрафную площадь. Защитник блокирует эту верховую передачу. И сейчас будет длинный вывоз вперед. Но подбор вновь за спартаковцами. Подбор — это очень здорово. Это очень важный компонент игры. И за счет этого очень прибавляет в уверенности Спартак, естественно. А футболисты Трагино немножко тушуются. Потому что очень много сил теряют именно на оборону. А когда в результате оборонительных действий мяч вновь оказывается у соперника, это очень давит психологически. Вот сейчас вратарь играет на выходе. Очень опасный был навес левого фланга. И вновь попытка Трагино дальней передачей отрезать нападающего от защитников. Не удается. Очень уверенно спартаковцы играют пока в обороне. Попытка пройти по правому флангу. Водянова Егора. Мяч с аута сбрасывают футболисты Трагино. Вновь прессинг на чужой половине поля. Удачный прессинг московских спартаковцев. Отличная передача в центр могла получиться, но немножко не попал в ножку. Такие небольшие стихи получаются. Не попал в ножку и не смог, естественно, обработать мяч болист Спартака. Навес. Атака правым флангом. Навес на дальний угол штрафной. Защитник Трагино сумел выбить мяч в аут, но спартаковцы быстро разыгрывают мяч из-за боковой. Левым флангом вновь атакуют спартаковцы. Уже позиционное нападение. Розыгрыш мяча. Ну вот сейчас ошибаются футболисты в центре поля. И попытка футболиста Трагино на быстрой контратаке поймать спартаковцев. Не получается. Мяч в центре поля. Перевод на правый фланг. Очень активен. Очень активные фланговые футболисты Спартака. Водянов Егор и Сазонов Максим. Сейчас такой черпачок решил задумать. Вернее, задумал Шликов Данила, но он не получился немножко. У футболиста. Мяч на левом фланге. Вновь. На излюбленном. Что-то у нас давно угловых не было у Спартака. Идет 22-я, 23-я уже минута встречи пошла. Напоминаю, что сегодня играют в рамках клубного первенства футболисты Спартака и Трагино 2000 года рождения. Счет пока 0-0.
Но футболисты московского «Спартака» очень уверенно контролируют мяч, и гол назревает. Скажу так. Сейчас должны «Спартаковцы» спокойно отыгрывать мяч назад на вратаря. Лучший вратарь первенства России Артем Поплевченков очень уверенно играет на правый фланг обороны. И сейчас забегание по правому флангу, но, к сожалению, не получается передача у Ильина Егора, третьего номера. И мяч уходит за боковую. Вновь розыгрыш из аута. Футболистами в желтой форме. Забегание. Попытка забегания футболиста Строгино, но спартаковцы вновь ликвидируют угрозу. Очень техничный прием девятого номера. Попытка перебросить мяч через себя. Не увенчалась она успехом. И уже мяч на половине поля Спартака. Вратаря. И дальний очень высокий вынос вперед. Тут здорово поборолся 31 номер. Водянов Егор. И нарушение правил не фиксирует арбитр. Хотя мне показалось, что сбили нашего футболиста. Но сейчас мяч ушел в аут. Спартаковцы разыгрывают аут с боковой линии. Смотри середину дальнюю. И вновь широкая поперечная передача на противоположный фланг. Левым флангом пытаются атаковать спартаковцы. Но пока не получается найти передачи девятого номера. А вот сейчас опасность у ворот спартаковцев, но она ликвидирована. Ваут убивает мяч Макбалиев Тургай. Пошел, Вадян, в него, перекрывай. Идет середина тайма. Уже даже ближе к концу. В него иди, Вадян! Атакует футболист Строгино. Одна из редких атак футболистов в желтых футболках. Но очень уверенно спартаковцы вот эти верхние передачи пресекают. И как пружина пытается быстро вот так вот распрямиться. Атака по левому флангу, дриблинг. Не получается, не выходит немножко. У Максима Сазонова, номер 11. Немножечко сместилась игра ближе к центру. Уже реже атакуют спартаковцы последние 5 минут. Может быть, немножко подустали или взяли перерыв. Но сейчас первый угловой исполнение футболиста Строгино. Я отмечаю это событие. 26-я минута встречи идет. Счет по-прежнему 0-0, напоминаю. Попытались разыграть футболиста Строгино. И еще один угловой. На этот раз, скорее всего, будет подача. Сюда пришли уже высокорослые футболисты в желтых футболках. Так и есть, высокая подача. Футболист в желтой футболке выигрывает верховую борьбу, но мяч у спартаковцев. И они ликвидируют угрозу своих ворот. Борьба идет на левом фланге обороны Спартака. Мяч штрафной красно-белых. Попытка удара. Удар получился такой слабенький и никакой угрозы не представлял для голкипера нашей команды. А сейчас возможность быстрой контратаки. Немножко опоздал с передачей. 31 номер. И была возможность прокинуть мяч, перевести мяч на левый фланг на Максима Сазонова. Не получилось. Сбрасывают из аута мяч футболиста Строгино. Защита Спартака очень уверена. Ликвидирует угрозу. И сейчас был такой интересный очень финт. Исполнение девятого номера. Он ни к чему не привел. Только эстетическая составляющая. Эстетическая составляющая – это всегда то, что чем славился московский «Спартак». Из таких юных пор, если ребята пытаются сделать эту игру красивой, пытаются финтить, это очень приветствуется.
Правда, не нужно забывать об ответственности, об обороне. Мяч у футболистов московского «Спартака». В центре поля перевод на правый фланг. Что-то давно уже не было таких долгих комбинаций в исполнении красно-белых. Подготавливает под удар себе позицию Тюрин Влад. Но на пути мяча становится защитник. Вновь спартаковцы атакуют правым флангом. Смещается к центру. Мяч смещается к центру. И теперь пойдет долгий розыгрыш мяча в исполнении красно-белых футболистов в красно-белых футболках. Переводит мяч спартаковцы на левый фланг на Сазонова Максима. Сейчас спартаковцы пытаются за счет позиционного нападения доставить мяч в штрафную на своего девятого номера. Ищут пути спартаковцы. Вот этот вот короткий перепас с одного фланга на другой. Очень действенное движение. Егор назад. Вновь перевод на правый фланг. Не получается немножко пробросить себе на ход мяч 31-го номера Водянова Егора. И из-за боковой сбрасывают мяч, будут сбрасывать мяч футболисты московского «Спартака». Сейчас будет еще один аут. Но нужно перевести или навесить мяч. Так и есть попытка навеса, но мяч вновь уходит в аут. Такой небольшой был перерыв у спартаковцев. Они не атаковали подолгу. Не подолгу, они не атаковали на протяжении минуты 3-5. Но вот сейчас вновь завладели мячом и очень уверенно контролируют мяч на подступах штрафной. Перевод на левый фланг. Попытка навеса. Навес получился, но адресата не нашел. Это был даже скорее такой прострел-удар. Просто немножко не вышло у 11-го номера московского «Спартака». 30-я минута встречи идет. Напоминаю, сегодня встречается «Спартак» из Строгино 2000 года рождения. Счет по-прежнему 0-0. «Спартак» начинает прибирать к себе постепенно уже и чужую половину поля, уже и подступы к штрафной. Гол назревает, дорогие зрители. Могу сказать с уверенностью. Но футболисты Строгино ищут счастье в быстрых контратаках за счет длинного заброса на чужую половину поля. Вот и сейчас, скорее всего, не будут разыгрывать мяч, а пойдет длинный навес, так и есть. Борьба в штрафной площади, и ее выигрывают спартаковцы. Сейчас есть возможность разыграть быструю контратаку. Мяч переводится на правый фланг. С мячом был Водянов Егор. Но попытка атаки «Спартака» была пресечена защитниками Строгино. Нарушение правил фиксирует на своей половине поля. На половине поля «Спартака» главный арбитр встречи Лопатухин Алексей. Сейчас будет вновь попытка высокого прессинга спартаковцев. Прессинг не удается. А футболисты Строгино теряют мяч. Будет сбрасываться аут с правого фланга обороны. Сбросили футболист «Спартака» мяч. И вот он уже в середине поля. Переадресовывается на левый фланг на Сазонова Максима. Тот прорывается. Но вновь спартаковцы пытаются разыграть мяч. И уже перевод на правый фланг. Сейчас последует навес. Опасный навес.
не поспевает к мячу 9 номер. Вернее, передача была немножко неточная, но очень здорово поборолся с этим Максим. Возле лицевой линии ворот Строгино. И будет угловой, уже 6-й, и вновь с левого фланга. С левого фланга атаки Спартака. Сейчас спартаковцы будут попытаются навесить мяч в штрафную и побороться за верховой мяч. Не получается подача немножко. Мяч пошел очень низко и ближний защитник вынес мяч вперед. Ну, с мячом снова футболисты Спартака. Подбор, как всегда, за красно-белыми футболистами. Цепляется за мяч футболист в красно-белой форме. И сейчас будет прострел или навес. Опасный момент. Но и вратарь не дотянулся до мяча. Но не было никого из спартаковских нападающих на ближней штанге. Поэтому мяч футболистов в желтой форме. Вновь попытка быстрой контратаки. Ничего не получается пока. У футболистов Строгино. Спартак очень здорово обороняется. Будет разыгран сбрасывание мяча из аута. Цепляется футболисты Строгино за мяч, но вновь выжимают их спартаковцы. Попытка быстрой контратаки. С мячом Водянов Егор. Попытка заброса. Все-таки со второй попытки футболисты Спартака. Цепляются за мяч и уже перевод мяч на левый фланг. Попытка прострела. Нет, не удалось немножко Сазонову Максиму пройти по левому флангу и прострелить. 35-я минута встречи идет. Напоминаю, счет 0-0 по-прежнему. Сегодня встречаются, для тех, кто недавно только подключился к нашей трансляции, московский спартаковцы и футболисты Строгино 2000 года рождения. Носит мяч к середине поля. Перехватывают спартаковцы мяч. И уже пытаются начать атаку левым флангом. Достаточно грубо встречают футболисты Строгино в центре поля спартаковцев. Очень длинный перевод на правый фланг. Не удалось прострелить футболистам Спартака. И судья дает свисток на перерыв. Счет 0-0. Напоминаю.